вот отель наш. Сейчас я вам покажу, где находятся автобусы, которые мы покупали в Камбоджу. То есть дорогу до того места, где мы покупали билеты. Соответственно, в прошлый раз мы там купили билеты. Теперь надо нам прийти на час раньше, до отхода автобуса. Мы сейчас дойдем до этого места, и они с нами куда-то нас поведут. Я это все запишу, чтобы было понятно, откуда билеты, как потом все это соединить. Так как автобус рано уходит, мы и отель брали поближе к тому, чтобы сесть на автобус рано, чтобы через целый город не идти. Три бутылки. Сейчас по нас время не выгодно. Все так тихо. Совершенно две разных улицы. Утром и ночью. Вот этот район называется Каусан. Это район Бангкока.
Что, куда здесь? Рома, Бангкок. Good morning. Welcome, welcome. Человек. From Russia? Yes. Yes, yes, for YouTube. This one, two, one and two. Number one and number two? Yes. Seat number, three, number four is the tag for your luggage. For your big bag. Ah, okay. And then you see it like this. Okay. This with you. This you tag with your big bag. Okay. Okay. This is the tag. Ah, amen. Now, we have one big bag. Okay, only one? Cash? Yeah, only cash. If you don't have cash, you can go to ATM. Ah, okay. Minute. Can you do it? Can I pay dollars? Not yes, sure. Ah. 37. Okay. It's 74. Okay. Что все правильно? Я поняла, что доллар не может.
что... Нет, я имею в виду, что ты читал по поводу визы, где это было. Я думаю, сейчас или... Нет, понимаете, понимаете. We should pay now for visa, yes? Yes. And you take, give me visa. Yeah, at the border. Среди границы. Решили аутировать визу здесь оформить, и можно сразу долларами. И мы $74 на двоих получается. А, это чтобы не было заморочек потом на границе, это будет дешевле, как они сказали, чем мы сегодня будем на границе платить. Потому что нам сказали, что на границе просят там еще, помимо визы, еще вынуждают деньги платить за коррупцию. Вот они себе отмечку поставили. В общем, если вы заплатили за визу, вам это будет штучку привезти. Привет. Либо вы можете заплатить в батах, это будет 2600. Мы посчитали курс. Получается 35. Это хороший курс. Лучше в долларах вы будете даже платить. Написать по всей видимости. Кстати, пока мы ожидаем, здесь можно попить кофе бесплатно. Пожалуйста, здесь аппарат. Можно попить и попить. И туалет здесь есть. Если что. Время. У нас автобус 8 уходит. 7:45 посадка. Сейчас время уже 25 минут. Время уже без 10:08. Уже по идее посадка должна быть. Мы вышли. То есть, по сути, мы здесь уже сколько? Час почти? Да. Почти час. Сейчас всей толпой походу и пойдем. Hello, sir. Hello. А. Ну вот, а ты говоришь. Да, вот такие вот у нас VIP-жетончики. То, что на оплатили визу. Еще пешком километров 10. А, не, пешком до границ. Что было? Натерло, что ли? Надо было массаж. А вообще так интересно, да? Разговаривать, что-то новое узнавать. Наверное, немножко страшно, да? Задавать вопросы. А вдруг не пойму. Вроде все понятно, объясню. Даже не... Что-то написал, пока там выясняли. Они семечки грызли, тайцы. Вот, спросили, подсолнухи-то растут в Таиланде? Они говорят, да, растут. А масла в магазине нигде нет подсолнечного. Почему, спрашивают? А говорит, да, не знаем, не популярно. А в магазин мы перед этим ходили и смотрели масла в бутылках. Там, получается, пальмовое видели масло. Еще раз. Рисовое масло, соевое масло в бутылках стоят. А подсолнечного нет, только семечки продаются. А у нас что, подсолнечное масло? Пруд пруди, да? У них, видать, выбор масел огромный, поэтому они антиганом. Времени-то он похож.
Ну да, Сиен Реп. Ну что ж, это прекрасно. Какой огромный. Надо было попросить, на каком эти этаже-то? На втором? Да? Слушай, а мы будем это вытаскивать одежду? Не замерз? Давай вытащим. Брали туда. Вот там их нужно. Вон они, как и все. Билет у тебя? Нет. Вот туалет. Choose whatever you want to sit. 3-4. Yeah. Okay. You can sit whatever you want to sit. Free for you to choose your seat. Yeah. Ah, okay. So. Очень свободный. You too, if you think this. Садишься куда хочешь. Можно туда сесть. Oh, now they want to sit. Yeah. Anywhere. Box empty. Yes, the same bus. No one else came on the bus. Yeah. Maybe after you crossing to the Cambodian side, maybe at least one or two passengers on this. So it's free for you to choose. Do you have Wi-Fi? Yes, Wi-Fi. Ah, Wi-Fi there. Free coffee and also electricity for you to charge your phone too. Wi-Fi это вообще круто. Чтобы so thank you everyone for choosing and traveling with Spink тогда пойдет. Have a good trip. А как у вас с остальными, но здесь очень комфортно. Здесь места много под ноги, прям классно. Разложиться можно прям по кайфу. В прошлом мы автобусе ехали, там было так неудобно. Вот этот автобус очень удобный. Прям суперский. Вот отправились мы в 76. Посмотрим, во сколько приедем на границу. Да, автобус просто офигенный. Очень удобный. Да, вот тот, кто оформлял нам, деньги брал за визу, вот он с нами взял, поехал человек. Да, Wi-Fi тоже круто. В общем, мне нравится сервис, классно. Комфортно. My name is Chat Li Ka, or you can call me Buddy for short. And on behalf of Tramad Bangkok in association with Virakun Tramad Case, we would like to welcome you on board for an international bus bound to Siem Reap, Cambodia. Today we leave from Bangkok 8 o'clock in the morning. The journey will be around 8 to 9 hours. The estimated time will be arrive in Siem Reap, Cambodia around 5:30 p.m. in the evening. And on the bus, we have a toilet for you if you need to use a toilet, especially in downstairs. And also we have a hot coffee for you. If you need to drink a hot coffee, you can make it by yourself in downstairs also. And we have USB charger. If you need to charge your phone, it's your USB charger is over your hand. The pocket luggage. The pocket compartment. And we have a box of snack for you. A drinking bottle water. I will keep you one by one when I finish here. And we have to take around 4 hours from here to the border. And on the way, around 2 hours, we will arrive at the refreshment stop. We have 1 point for you for a refreshment stop. You have to show me the lunch ticket or your lunch box in the morning time when you check in. Our staff they will ask you about a complimentary lunch box. You have to show me for pick up your lunch box and it's on the bus. You have time just only 10 minutes to go to the toilet or buy some drink inside the restaurant.
and pick up your lunch box to eat on the bus. And after that, we have to take around 2.5 hours more. We will arrive at the border for Thai border crossing. If we arrive at the border, you only just your take your luggage and take your document. It's about electronic visa. For your big luggage, you can stay with on the bus. And after we cross to the Cambodia, you have to take the same bus to go to Siem Reap. We don't have to change the bus. It's the same bus to go to Siem Reap, Cambodia. We have to take around 3 hours from border to Siem Reap, Cambodia. So for passenger, if you can, if you come in Thailand. That's it. Okay. For passenger, if you come in Thailand by flight, can you show me your hand, please? I need to check about your passport. Yes, thank you. And you? We come in Thailand by flight or by bus or train or ferry or plane. We in Cambodia. Come here, Thailand. We come in Thailand. We want to go in Cambodia. Cambodia in Vietnam. Yes. And you come in Thailand by flight or. By fly, plane. Fly, yes. Okay. And you, sir? Fly. And you? Also. Okay. If you come in Thailand by flight, you have to show your passport at the border. Just only your passport and stamp for make stamp out. And for passenger, if you have the VIP card for visa on arrival, if you make visa on arrival with us, when you're done from the Thai passport control, I will wait you around exit to call to Cambodia, and then I will take your passport to make a visa for you. If you need to cross to Cambodia, it's not to have a visa. They need a visa also. For the visa, you can stay in Cambodia around 30 days or 1 month if you have visa already. You have it already? No? For Cambodia visa? Oh, okay, sorry. You buy with me already, right? And you have to hang around to show me for VIP card? Yes. Later, after we arrive at the border, I will tell you again. Yes. And also, if you have electronic visa or e-visa, you have to print it out one copy for show with the police when we arrive at the border, in the Cambodia border. Yes. Okay. I think maybe we will arrive at the request stop. I will tell you again. Maybe 5 minutes before. And you have to show me the last ticket from the airport to the advance. Okay, everyone. Do you have any questions? Do you have any questions? No. Okay. Okay. Yeah. Thank you very much, everyone. Последний раз вы как в Бангкок попадали? Вы летели? Thank you. Езу нам дали. То есть вы летели самолетом и в Бангкок попали, либо поездом, либо автобусом. Да? Если вот мы автобусом попадали, вот такую штучку нам дали. Вот здесь штампик стоит, это нам показать полиции. Это для тех, кто ехал автобусом, либо минивеном. Кстати, обратите внимание, чтобы у вас все правильно были цифры интернета. Тут исправили ручкой, потому что потом не придрались к этому. Потому что ошибку допустили при заполнении. В паспорте совпадает с этим.
воду нам сейчас дали. Так что еду с собой можно не брать, и воду нам тоже с собой можно не брать. Бутылочки сюда можно таскать. Вот такую штучку. Сейчас я ее распакую. Смотрю, что там внутри. Два сервиса, тайский и малазийский. Малазийский это такой, даже хороших слов не подобрать. А вот тайцы мне нравятся, еще конфетки дать. Кстати, если вы в автобус собираетесь ехать, в автобусе здесь кондиционер работает, поэтому стоит позаботиться, чтобы согреться, если вы замерзнете. Поэтому в автобусе мы одеваем штаны и куртки берем с собой. На случай, если холодно будет, потому что кондиционеры дуют отовсюду, может быть некомфортно замерзнуть. Кстати, вот туалетик показывал. Остановка 9:48.
сейчас может там покушать, кто хочет. Или еще что-то. Десять минут остановка длится. Но вот этот автобус вообще крутейший просто. Самый лучший автобус, в котором я ездил. Да? Офигенный автобус. Настолько он удобный. На сайте настолько дешевле. А что мы купили за наличку? Сколько мы купили за наличку, сколько на сайте? Изначально я смотрел на сайте, он стоил 1250. Мы купили за эту сумму. А после того, как мы купили... На двоих? Нет, 1250. На одного. А потом уже, когда мы купили, он уже на 100 бар дешевле стоил 1250. Да? Понятно. Жалко. Ну ладно. Сейчас мы должны показать билеты, которые у нас, и нам дают бесплатно еду. О, это круто. Еще и два. А, это то, что мы заказывали. Все, я вспомнил. Горячее? А, ну еще горячее. Ты вилку или ложку будешь? Слушай, ну нормально вполне. То, что мы заказывали, вполне нормально. Да, теплая еда. А, not here in bus? А, значит, мы это все берем, теплую еду, убираем в этой самой и идем в бас. Ну, это круто. Вполне так комфортная еда. Да, выглядит очень мило. Все. Классно. Это очень прикольно. Лайфхак для тех, кто будет занимать первые места. Вот здесь человек. Он просто на заднее сиденье все лег и спит здесь. Сейчас он ушел. Но здесь удобно, считайте, тебе целая кровать. Лежишь один. Нас немного, нас сколько здесь? Человек 6, наверное. Всего больше в автобусе никого нету. Это очень классно. Порция-то вполне не маленькая. Нормальная порция. Хорошо, что мы с собой еды особо много не брали. Мясо, кстати, вкусное. Рис немножко недосольный. Приезжаем, везде рисовые поля. Эти зеленая травка, это все рис растет. Лотос тут рядом. Сейчас уже не видно. Цапли? Вон рисовые поля. А, точно цапель. Интересно. Что-то близко никогда не видел, сколько этих самых он летает еще. Только из автобусов красивые поля видят. Тут есть сайт такой, называется busonlineticket.co.th. Это вот как раз тайский сайт, на котором можно билеты такие купить. Вот. Того рейса, на котором мы сейчас едем, его нету. Но есть вот примерно на завтра рейс, да? Покажи, где он. Вот этот, вот, получается рейс на завтра, 1150 бат на 8 утра, такой же рейс. Получается в онлайне дешевле, а мы уже покупали через этот сервис, поэтому проблем нету. Главное зайти на этот сайт, и главное, чтобы у вас карточка была там, виза, мастер-карт какая-то иностранного банка. И онлайн можно будет оплатить. После оплаты там будет код, вы этот код забиваете, по этому коду входите вам этот билет, вы его распечатываете и идете с ним уже на место регистрации, откуда вы поедете на остановку.
After we're done from the Thai passport control, I will take your passport to make the visa for you. Are you happy? Okay. Я думаю, что мы скоро подъезжаем к границе. Про эти штуки он сказал. Она. Человек. Время 12 часов. Вот мы вышли. Вон автобус позади. Вот мы подходим. Подходим куда-то. Это же граница уже, да? Значит, подходим к границе. Здесь, наверное, снимать, не знаю, нельзя. Скорее всего. Паспорт контрол. А пока еще нигде не написано этого, что нельзя. Здесь видишь, какая торговля идет. Паспорт, да? Зачем тебе сейчас паспорт? Так, куда мы это увлечем пойдем? Дальше. Какой город? На. Мы вышли. Что там взяли? Отпечатки пальцев взяли. Паспорта у нас взяли для оформления визы. Вот мы идем, грубо говоря, за гидом. Вон автобус наш. В принципе, было очень быстро. Пока непонятно. Но это мы, наверное, только вышли из границы Таиланда. Да, и зайдем скоро. Здесь такое количество людей. И не скажешь, что это приграничная зона. На улице просто неимоверная жара. Кстати, вот то, что мы заезжали, когда в Таиланд, у нас были вот эти талончики со штампами, их забрали. Паспорт показали, талончики отдали, отпечатки подсняли, и мы выехали, но это вышли. И вот мы дошли до автобуса, мы все очень быстро проделали. Удивительно, что между границами Таиланда и Камбоджи тут жизнь оживленная. Я так и не совсем понимаю сейчас. Примерно границы России и Казахстана, там тишина и ни одного человека. Тут жизнь проходит, кипит все, бурлит, дети там бегают. Кстати, мы без паспортов, паспорта-то у нас забрали. Там какие-то в них талончики вложили для оформления визы. И все, вот мы сейчас сидим, ждем, может быть, этого человека, который визу оформляет на всех. Время 12:35, паспорта принесли. Значит, сейчас визы нам дадут. Вот такую миграционную карточку оформляли перед тем, как зайти. А вот эту карточку надо будет на обратном пути, когда возвращаетесь, давать. Refreshment stuff for you. That's only my rank.
25 июня мы должны покинуть границу. Такое, по всей видимости, все. То есть это граница одна здесь. То есть ты сразу где там. Она, в общем, рядом друг с другом находится. Нет расстояния между границами. Без этой безграничной зоны. По сути, мы визу получили, все, штампы нам пробили, и все. Мы едем дальше. Сейчас время 12:40. Мы уже едем дальше. То есть все очень быстро прошло. Наверное, даже, можно сказать, слишком быстро. Даже не успел ничего понять. Кстати, если вы хотите узнать реальную стоимость, сколько стоит виза, то вот $30 написано на печати. $30 стоит виза. Ну вот первое ощущение, езжая в Камбоджу. Во-первых, мы увидели мусор, валяется много где. Он по земле валяется. Ну, то есть чувствуется, что значительно беднее как-то. В общем, сразу все как-то по-другому. А что тебе в глаза бросилось? Когда ты уехал в мусор? Вот мусор, да, вон опять мусор валяется. Ого, что везде мусорные, мусор, везде по обочинам мусор. Природа пока непонятна. Но таких домов высотных вообще не видно. Какие-то есть такие там избушки, но есть что-то, может, и типа дороже, типа там коттеджи, но их не так часто. В основном поля, засушливость какая-то, пожар вон был, походу вся линия вон горела, еще там дымилась, мы только что проезжали, там пальма 3 сгорела. В общем, здесь как-то не населенно, да? Здесь какая-то сельская жизнь. А вон, смотри, пожар какой был. Вон поля горели. Жара-то да, мы вышли, там 36 градусов, это жестко, конечно. Вон там тоже еще что-то дымит вдали, видишь? А сегодня 26 мая, 36 градусов. Пока едем. Больших особо нету, там если одно на 1000 появится какое-нибудь, все вот такое маленькое, поля. Как при въезде в Казахстан, да? Тоже поля. Here we'll be arrive at the Siem Reap bus stop in maybe in 10 minutes. And I remind you to check your personal belonging before you leave this bus. And on behalf of Karma Bangkok in the association with Rangoon Tamil Place, we would like to thank you for your traveling with us. And for passengers doing need transportation from Siem Reap to Bangkok, you can contact our website www.travelmanbbk.com, or you can contact our partner with 1togoasia.com and bookaway.com.
And we are also on TripAdvisor. Would be greatly appreciated if you can give us for a comment and review on our service. Thank you for your traveling with us. Have a nice day in Cambodia and see you later. Ну вот, 3:09, мы остановились наконец-то, так что идем на выход. Зачем мне еще? Катя. Как тепло на улице. На улице ощущается как 45 градусов. 35. Да. Что можно взять? А? WhatsApp. Возьми WhatsApp. Первое, что вы здесь столкнетесь, так это с кучей таксистов, которые прямо на вас нападают. И говорят, что может быть сегодня, может быть завтра, давай всех отвезем, привезем. Все очень сразу. Ну вот сейчас такси, человек, который на тук-туке, дает контакты свои, что может мы поедем еще с ним. Yeah, yeah. I think one day you can see many clothes. Сколько? 80 долларов? 18 долларов. Что вы здесь? All day? All day. Yeah. Okay. Это записало? Contact. Do you have WhatsApp? WhatsApp? You can scan. У тебя есть интернет? Да, сейчас, да. Ну вот, договорились на 15 долларов. Ага. На 15 долларов на целый день. Я торговал за 15. Да, я слышал. Он сказал 18, торговали за 15. Ну посмотрим, а сколько это получается-то надо пересчитать? 1000 рублей. На весь день. Ага. Ну хорошо. А то там говорили по 25. Ну, тут, может быть, сезон, не сезон. Хорошо, что у нас отель. А вот это кафе Амазон. Кафе Амазон. У нас кафе. Ой, кафе. Отель-то рядом находится. Так, получается, мы, у нас остановка была между двух этих зданий. Да. Интересная система. Картонка закрылся и уже типа не нагревается. Hello. Ну, посмотрим, что такое Камбоджа. Привет, Люяна, дружелюбная. С Таиландом нам очень повезло. С Малайзией нет. Хотя на Пенанге Малайзия, в принципе, нормально, вот в Куала-Лумпуре как не очень. Я думаю, не здесь очень жарко, а просто сейчас очень жарко, нет? Или ты думаешь, что здесь... Мне кажется, менее будет жарче. Ну, либо это совпадение, либо здесь реально жарче, потому что такая сауна. Идешь по сауне, гуляешь, вот и... Мы в Камбодже! Да? Я 3 года.
год назад на карту желаний в подтверждение могут 1 грамм составить. Смотри, как быстро исполняется желание. Ну я вообще, я думала, что это самое вообще несбыточное. А походу их несбыточных-то и не бывает. Потому что я думала, где компьютер, а где мы. Тем более, ты никогда не собирался. Ну да, уж я сейчас на карту посмотрел, что так далеко на самом деле. Где компьютер? А, это он, да? Нет, нет, это перехода нету. Там как? А там есть переход. Кстати, там и тень есть. Пойдем потяни. Не знаю, говорят. Посмотрим. Они все. Ну тут это как это комары на человека в лесу. Таксиста со всех сторон тебе сразу. Пик-пик-пук-пук. Полицейский. Такое дерево. Hello. Thank you. Okay. Это американская? Но они уже в основном... А, это же не Вьетнам, получается. Или... Вот эти мне нравятся деревья. Кстати, такие в Бангкоке, ну, что-то не видишь, такие. Hello. Hello. Thank you, no. We near. Hotel near. Yeah, I'm over here. Кстати, в Малайзии это не так много, да, таксистов? Там особо не нападают. А вот в Бангкоке, в Камбодже прям нападают. О, это уже... Правильно идем, да? Hello. Кстати, интересно, здесь индрайвер работает? Можно попробовать. Ага. Лодка? Ну да. Надеюсь, у нас нормальный номер будет. Ну, судя по отзывам там великолепно, но... Но я понял, что если написано хорошо, то это плохо. Если очень хорошо, то это нормально. Если отлично, то это хорошо. Точнее, если отлично, это, ну так, среднее, а если великолепно, то это хорошо. Hello. Спасибо. Да. Молодый. О, вот такую штуку хочу. Вот такие взять велосипеды, видишь, электро, и вперед. О, hello. Hello, we. Hotel. Просто не на... Если ты такой человек по жизни, то не надо с собой брать пачку денег. Возьми так, что тебе чисто на поесть хватило и на это. Ну есть такие люди, на эмоциях могут совсем распрощаться. Ой, это для птиц ловушка. Сейчас
у тебя есть там, что-то бутылку таскаешь. Вытащи, да попей. И я заодно попью. Тоже вытащи. Ну и что тебе это напоминает? Какой-то Павловск, да? Только африканский. Что, зелень? Зелени здесь хватает. Постройки небольшие. Типа Пушкин, Павловск, вот что такое, да? Гатчин? Ну-ну. А потом? Туда? Нашла? Как у нас называется? Сабин кафе? Ну, там геморрой там остается. И не было. Ну то, что они их оформили. Да, это хорошо. Это не это, да? А где ты видела Сабин кафе? Евреа. Вон Сабин кафе. А чё на ту сторону-то мы перешли? Посмотрим. Вот он, садик такой. Hello. We booking. Yes. Агода. У тебя там номера есть?